Магомед Мамаев. Приветствую всех. Меня зовут Магомед Мамаев. Родом я из Дагестана. Мастер спорта по ММА и панкратиону. Чемпион Дагестана по ММА и победитель всероссийского турнира по ММА. Представляю клуб Ерохин Тим, Прайд, Прайд Клуб. Профессиональный рекорд 5-0. Я считаю, что опыт решает исход поединка. А у меня опыта достаточно. Встречаем! Имам, ты уже достаточно боев провел здесь на хардкоре. А я пришел и на готовую заберу весь твой хайп. А в красный угол приглашается его оппонент. Всем салам алейкум, я имам Блаз Низамеддинов. Я свое прозвище заработал кровавыми боями. К слову, ветеран первого сезона хардкора кулачных боев. Да, действительно, у меня есть опыт в кулачных боях. Все кровавые бои свои готов перенести в хардкор ММА, так как здесь есть локти, колени и борьба. База, дзюдо, самбо, победитель всероссийского турнира и призер международного турнира по панкратиону, чемпион Тульской области по ММА. О своем сопернике скажу лишь одно. Это типичный боец, двоечка, лоу-кик, проход в ноги и ничего более. Пришел показать свои бойцовские навыки и закончить поединок досрочно. Встречаем в октагоне. Рефери в октагоне Александр Сидорин. Бойцы на середину. Парни, правила знаем, не нарушаем. Слушаем внимательно моей команды. После команды стоп не работаем. Уважаем друг друга, показываем красивый, честный бой. Пожали руки. По углам. Ну что ж, первый поединок сегодняшнего карда. И сразу хочу сказать привет, Хасбула. Очень рад видеть тебя на комментаторской позиции. Армен, тоже привет. Приветствую, приветствую. Серьезный сегодня у нас состав. Да. Хасбула, какие у тебя ожидания от боев? Не знаю, сейчас посмотрим. По ходу сориентируемся, да? Угу. Но ну, это интересное поменяли. Противостояние. Угу, вообще. Имам в клетке хардкора, скажем так, уже не новичок. Много провел поединков в кулачке. Даже кидал вызов Эдуарду Вартаняну из ринга. Ну, вот. Очень смелое да. решение. Сейчас увидим, на что он способен в ММА. Соперник у него достаточно серьезный. Да, практически не сомневаюсь, то, что Магомед будет делать ставку именно на борьбу. Как раз таки отрабатывал он проходы в ноги. Хорошо качнул, с передней руки зашел. Ну и мам, скажем так, парень не робкого десятка. Да, с характером все в полном порядке у Низамеддинова. Все свои поражения, которые у него были в хардкор-кулачке, они были, скажем так, на тоненького, решением судей. Сейчас, я думаю, в полной мере мы оценим его еще и борьбу. Неплохо ногами пока работает имам. Пытается обрабатывать переднюю ногу оппонента. Но при этом на руках не достает с дистанции. Ну, скажем так, звание чемпиона Дагестана по ММА уже о многом говорит. Безусловно. Нормально защитил, нет? Да, да. Ребята, скажем так, показывают уровень. Хорошо, слева через руку попадает Мага. И как раз таки из его угла подсказывают, чтобы работал сам первым номером, не ждал ударов оппонента и сейчас. Слева хорошо проходят удары у Маги, уже два подряд. Скажем так, очень тяжелая передняя рука у него. Пока нормально. Пятится назад и мама, видимо, что-то с челюстью показала. Сломал челюсть. Тихо, 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 тихо. Не открывай, блин, не открывай рот. Марат, посмотри ему челюсть. Ты
мне нужен? Минута 51 раунда. Техническим нокаутом победу одерживает боец из синего угла Магомед Мамаев.